Ребятки, всем, во-первых, здрасте. Офигительно, что вы зашли к нам на канал. Кто посмеяться, кто позаниматься, кто еще что-нибудь сделать, не знаю. У каждого свои интересы. Но скажу вам одно. Один мой товарищ утверждает, что если у вас нет никаких навыков в восточных единоборствах, то и пытаться чему-то научиться не имеет никакого смысла. Увы, я с ним не согласен. И не согласен по одной простой причине. Вышли вы на улицу, на вас кто-то напал, вас кто-то схватил, вы стали, грубо говоря, обкакались. Потому что вы ни черта не знаете, у вас нет никаких навыков, вы никогда ничем не занимались, кроме диванного, спецназного, вот этого вот экспертного мнения, написания комментариев под различными каналами. Если вы даже элементарно, просто элементарно будете стоять перед стеной и вот так вот колотить, неважно, вот так, как делают венчунисты, или вот так вы будете бить, если вы просто будете работать на одну траекторию ударом кулака или блок-удар, сбив-удар, вы достигнете намного большего в самосознании, чем если бы вы просто-напросто сидели и писали глупые комментарии. У меня на канале тут время от времени появляются некоторые специалисты и пишут всякую чушь. Так вот, у меня уже сложился некоторый такой вот, как сказать, образ вот таких вот диванных специалистов. Вот представьте себе, такой вот, ну, скажем, не скажем подросток, такой лет 20-25, живет все еще с мамой, толстый, упитанный, пухлая морда, розовые щечки, глазки такие вечно удивленные, бровки чуть приподняты. Почему-то вот у меня в уме кучерявые волосики. И сидит такой губешечки так бантиком. И сидит, да ты придурок, да ты не так делаешь, да ты не... А, извините, у него еще в этой руке мышка компьютерная, а в этой у него или бутерброд с докторской колбасой, или с шоколадным маслом, бля, вот. И вот он сидит вот так вот, как король, бля, скипетр и держава, бля. И вот он обкакивает всех тех, кому на канал он заходит. Например, что ты будешь делать на улице против удара локтем, блин, локтем, коленом, бля, в печень? У меня даже в голове не укладывается, как можно в драке нанести коленом удар в печень. Нет, ну теоретически да. Ты разворачиваешься, для этого тебе нужно полсекунды времени, чтобы выйти с какой-то боевой стойки или, сблокировав удар, отойти, задрать колено и нанести удар в печень. Теоретически это возможно, но практически так никто не делает. Обычный уличный махач идет размен кулаками, размен ударами. Вот и все. Такие вот специалисты, вот эти вот жирненькие, такие вот женоподобные чмошники, извините за выражение, но другого у меня просто нет определения. Женоподобные такие чмошники, они пытаются учить тебя тому, что ты уже 1000 лет подряд занимался и знаешь, а они, блин, об этом даже в книжках не читали. Был когда-то, помню, минского издания журнал «Кэмпо». И вот в этом журнале были статьи, интересные статьи, были обзорные статьи по различным восточным единоборствам, по разным стилям, по мастерам, по чемпионам, по чемпионатам. Очень интересный был журнал. Я собирал буквально подшивку, каждый журнал, каждое издание я собирал, я читал от корки до корки. Он был очень интересный. Так вот, вот эти ребятушки очень многое потеряли, потому что если бы и сегодня выходил такой журнал, как выходил в 90-е годы, вот это минское издание «Кэмпо», может быть, они рассуждали бы немножко иначе, может быть, они понимали бы саму суть того, что им показывают. Даже когда я просто-напросто делаю обычные блоки на деревянном манекене, это не значит, что я пытаюсь кого-то научить каким-то секретным техникам винчу. Нет, я просто показываю обычные комбинации, которые, может быть, помогут вам в вашей жизни. И, кстати, маленькая реклама. Конечно, мне за эту рекламу никто не платит, но
грандмастер, основатель Европейской Федерации Винчу, господин Кернспект, с нового года создал новую организацию, новый стиль под названием «Волшебные руки Канкифу». Что такое Канкифу? Кан в переводе с китайского — база, основа, корень. Но так как у господина Кернспехта фамилия Кернспехт, то керн — это ядро, корень, в переводе на китайский кан. Кифу — это высшее определение мастера, учителя на китайском языке. По-английски звучит как Magic Hands of Kan Kifu. Волшебные руки мастера Кернспехта. Многие его ученики, мастера, именитые мастера, уже получают сертификаты по вот этой вот, по вот этому стилю, по этому направлению. Очень интересный стиль, очень интересное направление. Он вычленил чисто работу руками из Винчун и вставил вот в эту систему. Если столкнетесь где-нибудь в интернете, посмотрите, не пожалеете. Это действительно классная вещь. А о себе я могу сказать просто: подписывайтесь на наш канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте лайк, жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых событий у нас на канале. И будьте нам здоровы. Всем удачи, пока.